Североказахстанских полицейских учат психологическим приемам. Специальные тренинги провели для руководителей подразделений ведомства. Семинары помогают стражам порядка развить в себе навыки управления и тем самым наладить отношения в коллективе. Работа современных полицейских требует крепких нервов. Как отмечают психологи в погонах, чаще всего трудности у сотрудников возникают в первые 3 года службы. Поэтому каждый грамотный командир должен уметь поддержать своего коллегу. Также участников обучили приемам релаксации, зарядки, позитива.